что, оказывается, она замечательно сочиняет стихи. Хочется сказать вам огромное спасибо, дорогие наши выпускники, за вашу вдохновенную, такую самоотверженную, творческую работу. Надеюсь, что все, что вы здесь учили, все знают, они вам пригодятся в дальнейшей вашей жизни, и вы найдете им достойное применение к своим талантам и к своим способностям. Вы этого достойны. Thank you.
присутствует. Она выполняет важное государственное задание. Она уехала на концерт со своими учениками, поэтому я вручаю сегодня диплом студентки вокального отделения Давыдовой Юлии Владимировне. Thank you.
Спасибо.
Слушай,
постараюсь вспомнить некоторые из них. Так, для повышения энергетического статуса организма, для того, чтобы лучше бороться с болезнями, то, насколько я понимаю, для повышения иммунитета. Шофлер предлагает слушать все симфонии Чайковского. Представляете, даже шестую. Увертюра Моцарта и оду радости Бетховена. Мы есть такими серьезными коварными недугами, как алкоголизм. Шофлер советует слушать Аву Марию, Шуберта и вальс Свиридова из музыки в кинофильме «Недели». А бессонницы доктор прописал Бергюнка Крига. Я понимаю, что это далеко не полный перечень и диагнозов, и произведений, из чего делаем вывод, что мы с вами каждый день на протяжении многих минут лет жизни занимаемся и лечением, и заодно профилактикой сложных таких заболеваний. То есть, вы понимаете, здоровье, физическое лечение с вами просто обеспечена вот по профессии. Поэтому я вас поздравляю с этим особо и желаю всегда здравствовать. Ну, а если серьезно, у меня для вас есть еще одно очень важное пожелание. И оно будет у вас записано в приложении диплома. Мое пожелание. У всех у вас там будет отдельная строчечка, где будет написано гармония. И независимо от того, какая там циферка стоит рядом с этой, с этим волшебным словом, я всем вам этого желаю. Для нас, конечно, слово гармония имеет такой подобный. Пошли на гармонию, сделали гармонию, стали гармонию. У нас надо быть так сугубо очень практически. Вы прекрасно понимаете, что за этим словом стоит глубочайший и широчайший смысл. Это понятие включает в себя согласие, соразмерность, согласованность, красота. Вот всего этого я вам желаю в вашей жизни, чтобы вы всегда были в гармонии с самими собой, чтобы вы были в гармонии со всеми близкими, которые вас окружают, с коллегами по работе. Я надеюсь, что вы будете работать на педагогическом поприще, с детьми и студентами тоже. В общем, ищите гармонию во всем. И тогда вы проживете много-много лет в добром здравии. А теперь вы понимаете, что это не русские слова, да? Вы проживете огромное удовлетворение тем, что, чем вы занимаетесь. И я надеюсь, что всех вас обязательно накроет еще и счастье в личной жизни. Всего этого я желаю. Итак, дорогие. Очень интересный, очень ответственный жизненный этап.
от того, каким он будет, зависит вся ваша карьера. Кто-то из вас выберет, может быть, и другую профессию. Кто-то станет выдающимся исполнителем. Кто-то займется журналистикой, музыкальной журналистикой. Увлечется театром. Много-много разных вариантов. Но я думаю, что главная ваша профессия будет другой. Эта профессия называется педагог или преподаватель. Мне ближе слово учитель. Может быть, оно несколько старомодным вам кажется сейчас, но оно более емкое, более всеобъемлющее и более широкое понятие – учитель. И учитель – это не узкий специалист. Вам придется учить детей, прежде всего, не только музыке, но с помощью музыки, с помощью других видов искусства. Вам придется учить детей открывать окружающий мир. Вам нужно будет суметь заставить их отвлечься от всяких гаджетов и посмотреть вокруг себя. И несмотря ни на что, видеть, что окружающий мир прекрасен. И даже если это будет один ребенок, даже если это будет ваш ребенок, все равно мы будем рады тогда, что наши труды пропали не зря. Этого я вам всем желаю. И в качестве напутствия и пожелания я прочту всем выпускникам посвящение учителям. Удачи вам, сельские и городские, уважаемые учителя, добрые, злые и никакие капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты и асы, удачи, особенно по утрам, когда вы входите в школьные классы, одни как в клетку, другие как в храм. Удачи вам, занятые делами, которых не завершить все равно, накрепко скованные кандалами, инструкции, окриков, воронок. Удачи вам по разным выкладищам, с затеями, без всяких затей, любящие и ненавидящие этих будь-нетрижных детей. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вечной традиции, которая завтрашней жизни подстать. Учителем надо будет родиться и лишь потом стать. В нем будет мудрость, талантливо дерзкая. Он будет солнце нести на плечи. Учитель – профессия дальнего действия. Самое главное. Тактикам они не входят. Тоникой пусть будет счастье.
к ней желаем возвращаться. Стиль. Тут каждый выбирает, что в душе его пленяет. Романтизм или классицизм, а быть может модернизм. Тему сами выбираем, но основ не забываем. Путь в гармонии непрост, но какой возможен рост? Все события, аккорды, то в мажоре, то в миноре. Диссонансы тоже рядом, разрешаем их не глядя. Темп у жизни, как аллегро, пролетает незаметно. Ритм ее – твое решение, важно каждое мгновение. Бор ауре семпле – лично, и чтоб все было отлично! Концерт и капустник, так что программа нашего вечера еще достаточно обширная.